Так. Вот так. Флаг и шампанское просто. Наши гиды. Эли. Вот. Иван. Молодцы, ребята. Довели нас до высочайшей вершины Африки. Больше здесь, вот здесь есть Лёша, есть Максим и ещё какой-то чувак с проником. Всё, больше здесь никого. Двойная сплошная пролегла между ними. Между ними. Секунду назад было жарко. А теперь между ними лежат снега. Флаг достается. Тебе нужно вставить его в палку. О! Белоруссия на вершине мира почти. Нет, на вершине Африки. Ну ты чувствуешь гордость за свою страну? Белоруссия, сука, гордый! Сука, сложный! Смог! Как ты думаешь, Лукашенко одобрит? Китай до Венесуэлы в два раза дальше от Венесуэлы, чем так? Что китайцы дураки? Мы в два раза ближе к Венесуэле. И ее не обязательно сюда везти. Зачем? Надо обменять на деньги, а деньги привезти в страну. За эти деньги купить там, где нам выгодно. Может быть, когда-то и в Венесуэле. Главное, надо вот, ну, отвлечься от этих рассуждений далеко-недалеко. Но почему мы не можем там продать, когда к нам человек расположен, и страна расположена так, как она расположена, всей душой хотят нам помочь? Почему нам не купить 2 миллиона, потом 4, потом 10? Давай шампанское. Давай. Не, открывай, открывай. Я с ним. Давай. Нет, пробку нет. Да, здравствуйте. 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 За Эстонию! За Эстонию. А, из Айс. Yes, it's ice. It's all ice. Смотри, смотри, как красиво. Классно. Медленное такое. Лёш, давай ты. За Каринку. Молодец, давай. Давай. Классно, шампанское. Замёрзло. Так, 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 так. Я уже пошёл. Ну что, господа, скоро вниз? Да, дело здесь нехуй, серьезно. Вот африканское знойное солнце. На улице, скажем, минус 15 точно, твердые. Ну вот только есть дядя какой-то с гидами. Все. Ну что, господа? Я вообще пиздец. У меня эйфория. Зря ты думаешь.